Заречный вместе со всей страной чтит героев Отечества, помнит и гордится людьми, благодаря самоотверженным поступкам которых мы живем в мирное время. 9 декабря – дань уважения людям, которые не пожалели жизни, защищая Родину, проявили мужество и героизм на полях сражения. Люди, награжденные высшими государственными наградами, совершили подвиг. Кто-то в военное время, кто-то в мирной жизни. И этот подвиг стал ярчайшим примером беззаветного служения своему народу и своей Родине. Я призываю всех нас, взрослых, особенно молодежь, брать пример с этих людей, равняться на них, на их поступки, на всю их жизнь и быть достойными наших великих героических предков. На торжественном собрании зареченцы почтили минутой молчания память героев, не доживших до наших дней. Участники церемонии возложили цветы к обелиску Победы. В День Героев Отечества представители молодого поколения зареченцев возложили цветы к памятным доскам Героев Отечества, которые жили и работали в нашем городе. Жители закрытого города чтят память героя социалистического труда Александра Гришняева, полного кавалера орденов славы Федора Паншина и героя Советского Союза Федора Шабашова. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».